Сегодня в выпуске. Новости Арцаха. В рубрике «История Арцаха. История Аскерана». Рубрика «Факт дня». Изучаем арцахский диалект в рубрике «Диалект». В финале «Паригадёгум». Запущена платформа bnakavair.am для поддержки вынужденных переселенцев из Арцаха. Она служит для популяризации программы государственной поддержки по обеспечению жильем семей перемещенных лиц из Арцаха и обеспечения доступности программы для бенефициаров. Был завербован и занимался шпионажем в пользу Азербайджана. Завершено предварительное следствие по делу Саркиса Галстяна, следком Армении. С 2020 по 2023 годы он собирал и передавал спецслужбам Азербайджана информацию о населении Нагорного Карабаха, позициях властей Армении и Нагорного Карабаха, степени возможного сопротивления в случае вооруженного нападения и другую информацию. После исхода армянского населения из Нагорного Карабаха в сентябре 2023 года он, получив предложение должности в Степанакерте, остался с супругой в городе, продолжив свою преступную деятельность. Галстян с 2018 по 2023 годы занимал различные должности в Нагорном Карабахе, в том числе замглавы администрации президента. Правозащитная организация Freedom House сообщила на этой неделе, что задокументированные действия Азербайджана соответствуют критериям этнической чистки, так как они понимаются в контексте конфликта в бывшей Югославии. 60 арцахских детей отправились из Армении в летний лагерь «Интердом» в Ивановской области, сообщает «Русский дом». Ребята из Еревана, Ванадзора, Гюмри, Масиса и Раздана пробудут там с 7 по 30 июля. Арцахское телевидение возобновляет свою деятельность, хотя и в небольшом составе, но с чрезвычайно важной миссией, чтобы сделать все возможное для сохранения социальных связей среди арцахцев, арцахских особенностей армянской идентичности и диалекта, выявления проблем, волнующих арцахцев, их периодического освещения. Команда журналистов телеканала «Арцах ТВ» создала организацию «Десятая провинция» в память об НКР, 10-й провинции исторической Армении. Свои сюжеты они пока собираются выкладывать на различных онлайн-платформах. Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян заявил о проблемах с расчетом пенсии арцахцев. Причина – отсутствие баз, подтверждающих соцвыплаты и зарплаты переселенцев из Арцаха. Многие арцахцы, достигшие пенсионного возраста, сталкиваются с проблемой, что при назначении пенсии трудовой стаж за период с 1992 по 2014 год не учитывается из-за отсутствия баз, с помощью которых можно было бы доказать, что эти люди вносили социальные выплаты или получали зарплату, что считается обязательным по закону обстоятельствам, рассказал арцахский омбудсмен. В Шуше азербайджанские варвары уничтожили хачкары на территории танк-памятника. Танк был символом освободительной борьбы Арцаха, символом победы. Здесь отдается дань памяти героям, павшим в освободительной борьбе Шуши. Однако в сентябре 2023 года стало ясно, что Азербайджан демонтировал, а затем уничтожил танк, установленный на дороге Степанакерт-Шуши, уничтожив наследие и поставив под угрозу возможность передачи памяти о победе поколениям. Глава USAID Саманта Пауэр посетила объект армянского фастфуда «Тесто» в Арцах, ранее действовавший в Арцахе и получивший поддержку USAID. Саманта Пауэр даже лично приготовила традиционно арцахский «Жангеловгац». Участие Виктора Орбана в саммите тюркских государств с участием представителя Северного Кипра, да еще и в городе Нагорного Карабаха, является позором для Венгрии и скандалом для Европы. Об этом заявила председатель Комитета безопасности и обороны Комиссии по внешним отношениям Европарламента Натали Луазо. Жаль только, что слово «позор» отсутствует в словаре Орбана. Аскеранский район является одним из 8 районов Республики Арцах. В течение Средневековья западная часть провинции Аскеран была частью княжества Хачен, а восточная часть была частью княжества Варанда, центром которого был Аветаранотс, расположенный на юге района. Площадь района составляет 1222 квадратных километра. Население составляло около 20 тысяч человек.
имеет 42 общины, одно городское и 47 сельских поселений. Районным центром является одноименный город Аскеран. Он расположен в центральной части Арцаха, охватывая бассейны реки Каркар. На юге граничит с Гадрутским, на востоке с Мартунинским, на западе с Шишинским и Кашадагским, на севере с Мардакерскими районами. На юго-западе Аскеранского района находится столица республики Арцах Степанакерт. На северо-востоке проходит государственная граница с Азербайджаном. Во время Первой Арцахской войны на территории района велись активные боевые действия. Район имел стратегическое значение для безопасности республики Арцах, для безопасности Степанакерта. Нынешняя территория района сохранила название Хачен до 1930-х годов, после чего стала называться Степанакерским районом, а с 1978 года – Аскеранским районом. В 1887-1917 годах район входил в состав Шушинского уезда Елизаветпольской губернии. На границах нынешней территории Шушинского района был образован Хаченский район, состоящий из 5 общин, которые включали тогда 65 сел и 2 города – Шуши и Степанакерт. В 1925 году Шуши и села Бердадзора были отделены от Хаченского района, на основе которого был создан Шушинский район. Поверхность района гористая, с резко изрезанными речными долинами и крутыми оврагами. В основном он покрыт лесами, в низинах покрыт кустарниками. На западной стороне расположен Арцахский хребет, высота отдельных вершин которого составляет 2500 метров. Средняя высота 800 метров. Недра района богаты ресурсами известняка, меди, мрамора, пемзы, копала, маргеля и глины. По территории протекают реки Каркар, Меграгет, Патара, Колатак. В прошлом, как указывают исторические источники, часть Аскеранского района, правобережная реки, часть Каркар, входила в состав провинции Варанда, а другая часть, левобережная, в состав провинции Хачен. Климат района сухой, субтропический. Средняя температура воздуха в январе составляет 1 градус, в июле 22,5 градуса. Среднегодовое количество осадков составляет 560 миллиметров. Население Аскеранского района главным образом было занято сельским хозяйством, что является основой экономики. Ведущими отраслями являлись виноградарство, выращивание зерновых и овощных культур, садоводство, а также животноводство. Площадь земельных участков составляла 93 тысячи гектар, из них пашни 13,5 тысяч, сады 0,5 гектар, в том числе виноград, шелковица, пастбище 16 тысяч, луга, леса. В районе были развиты виноделие, производство консервов, деревообрабатывающая промышленность, обработка табака, производство щебня и песка. Почти во всех селах района действовали средние 8-летние общеобразовательные школы, дома культуры, также клубы, библиотеки, медицинские пункты. Имел предприятие по переработке хлеба и сельхозпродукции. На территории Аскеранского района насчитывается около 1000 исторически-архитектурных памятников. Здесь сохранились многочисленные историко-архитектурные памятники, среди которых особый интерес представляет Аскеранская крепость Майраберт, многочисленные памятники Бердавана, Меликства Веранды, села Аветераноц, бывшего резиденции меликов, князей Веранды Шахназарянов, монастырь Шошка в селе Хачмач, пустыня Гевондянц, Мошмахети, церковь Пирмашен в Сарушене, крепости Аскерана, Даграва, Патары, Караглуха, монастырь Пткесберг в Улубабе, Сурбгеворг, монастырь Бувурхана, монастырский комплекс Патара, Цернаатак, Ухты, Яхцы, Оцкаванг и другие. Дом-музей известного деятеля армянского национально-освободительного движения конца 19-го, начала 20-х веков Никола Думана в селе Цахкашат, целебный родник у села Айгистан. В Аскеранском районе находится историко-культурный заповедник Тигранакерт. В 2009 году на территории Аскеранского района Арцаха у подножия левобережной горы Ванкасар
В результате раскопок обнаружен был город Тигранокерт, построенный при армянском царе Тигране Великом. Город был основан примерно в 70-х годах до нашей эры и продолжал существовать до 15 века. Аскеранская крепость, или Майраберт, расположена у южной окраины Аскерана, на обоих берегах реки Каркар, в лесистой местности. Находится в 16-17 километрах северо-востоку от Степанакерта. По сей день достаточно хорошо сохранились тянущиеся по горному склону защитные стены, вход и башни Майраберта. В июне 1805 года, во время русско-персидской войны, через крепость проходил путь, наступавший на Шуши более чем 40-тысячной персидской армии. По инициативе генерала Цицианова в Арцахе были сформированы армянские добровольческие отряды. Один из этих отрядов во главе с Меликом Вани и Акопом Юзбаши Атабекяна принял участие в сражении близ стен крепости. Следующий в Шуши отряд полковника Корягина, состоящий из 400 бойцов, попал в окружение на холме в деревне Храморт. Добровольцы вывели русский отряд из окружения на север в деревне Кусапат и Мохратах. Поставленная жителями Храморта памятная доска увековечила память армянских и русских воинов, павших при обороне Шуши и Аскерана в июне-июле 1805 года. Крепость Аскерана сыграла большую роль в защите региона от татарских погромщиков во время армяно-татарских столкновений 1905-1906 годов и от турецких захватчиков в 1918-1920 годах. В 1918-1920 годах здесь находился защищавший Каркарскую долину гарнизон под командованием полковника Бадал Кухена. До сегодняшнего дня прекрасно сохранились Аскеранская крепость, сооруженная в средние века. Ныне крепость находится в хорошем состоянии благодаря реставрации, проведенной в 2018 году. Также в Аскеранском районе находится могила известного героя бесчисленных анекдотов, забавных историй, любимого персонажа арцахского фольклора, находчивого и остроумного Пылыпуги, шута Мелика провинции Варанда Шахназара, жившего в середине 18 века. Жители его родной деревни Шош с удовольствием рассказывают смешные истории о своем земляке. Стоит отметить, что родом из Аскеранского района великий филантроп, известный нефтепромышленник Микаэл Арамянц, который родился недалеко от города Аскеран в селе Киатук. Районный центр Аскеранского района, город Аскеран, раньше Майраберт, расположен в 14 километрах к северо-востоку от Степанакерта по дороге в Акна, на левом берегу реки Каркар, на высоте 600 метров. По классификации климатов Кепена в Аскеране умеренный влажный субтропический климат. Площадь самого города составляет 1562 гектара. В прошлом Аскеран был селом в Шишинском уезде Елизаветпольской губернии, а до 1967 года Аскеран был поселком городского типа. И только в 1970 году население составляло 700 человек. Согласно всесоюзной переписи населения СССР 1989 года, в Аскеране проживало 2024 человека. Согласно переписи населения 2005 года, в городе проживало 1967 человек. А в 2009 году население города составляло 2180 человек. На 1980 год в поселке располагались виноводочные и пивные заводы, средняя школа, библиотеки, кинотеатр, детский сад, диспансер, медпункт, ветеринарная станция, отдел связи. В годы независимости в городе были расположены заводы по производству вина, бренди и безалкогольных напитков, а также архитектурные предприятия, средние музыкальные школы, дом культуры, муниципальное здание, детский сад и больница, станция эпидемических заболеваний. В феврале 1988 года, особенно после аскеранских событий, под руководством инициативной группы района в Аскеране и селах были созданы отряды самообороны, а в 1990 году – отряды добровольцев, общие командиры Акопджанян, Баласанян.
на основе которых был сформирован Аскеранский полк. Аскеранский отряд, как отдельно, так и в составе подразделений полка, участвовал в самообороне и освободительных боях, как в Аскеранском, так и в Мартунинском, Мардакерском, Шушинском и других районах. При въезде в город Аскеран можно было увидеть танк-памятник, посвященный Арцахской освободительной войне, который был расположен на небольшом холме по левую сторону от дороги, ведущей из Аскерана в Тигранакерт и Акна. Он состоит из каменного постамента, установленного на нем танка Т-72 и прилегающего парка. Танк Т-72 участвовал в военной операции по освобождению Акна. В годы независимости возле памятника организовались церемонии военной присяги. Город побратим Аскерана является французский город Бук-Белер. В течение 30 лет независимости Аскеран потихоньку восстанавливался. Каждый день исцелялись раны, оставленные войной. Реставрировались улицы небольшого города. А близкое нахождение от столицы Степанакерта позволяло Аскерану развиваться также в экономическом плане. К сожалению, пламенно-красные восходы Аскерана прекратились в сентябре 2023 года, когда героический город полностью перешел под контроль Азербайджана. Однако история на этом не заканчивается. Однажды отважные сыны исторического Хачена вернутся домой и освободят родной и святой край своих предков. Недалек тот день, когда на вершинах Арцахского хребта вновь будет поднят флаг армянского Арцаха. Из отчета инспектора Шушинского городского училища Якова Зетгенидзе. По переписи 1886 года в городе Шуши насчитывается 30 945 душ обоего пола. Все это количество по национальностям и полам распределяется так. Русских – мужчин 264, женщин 51, всего 315 человек. Армян – мужчин 10 594, женщин 8096, всего 18 690 человек. Татар – мужчин 6740, женщин 5200, всего 11 940 человек. Говоря о карабахском диалекте, мы не можем не упомянуть тех талантливых ученых, которые изучали его. Есть много данных, свидетельствующих о том, что в V-VI веках в восточных провинциях Армении говорили на местных диалектах, значительно отличающихся от литературного грабара. Мы уже отмечали, что первые свидетельства о карабахском диалекте были оставлены сначала грамматиком VIII века Степаносом Сюняци, затем поэтом и грамматиком XIV века Хованесом Ерзенкаци. Галуш Шармазанян в 1862-63 годах публикует драму «Асрибек и Гики» на карабахском диалекте, во вступлении к которой называет этот диалект языком храброго человека и войны. Кировбе Патканян в своем труде 1869 году представляет краткое описание карабахского диалекта. Среди важных фонетических особенностей отметим приглушение звонких согласных в начале слова «кириль», «кини», «клёх», «ту», «ти», вместо «грел», «гини», «глух», «ду», «ди», а также тенденция заменять гласную «у» на «о», «оне» вместо «уни», «тор» вместо «тур», «шоркяль» вместо «шургал», «тон» вместо «тун» и так далее. Следует также отметить общую тенденцию произносить гласное в напряжении. «Кяс», «ляв», «хёль». Вместо «газ» – «лав» – «ул». Продолжим говорить о глаголах. Причастие – результативное действующее и сопутствующего действия – также употребляются в диалекте с такими же окончаниями и значениями, что и в литературном языке. «Асель» – «асац», «асох», «аселис». «Хосель» – «хосац», «хосох», «хуселис». «Кяль» – «екац», «екох», «кялис». «Гидаль» – «гидацац», «гидацох», «гидаис». «Ешиль» – «ешац», «ешох», «ешилис». «Озиль» – «озяц», «озёх», «узилис». Одно из явных отличий карабахского диалекта от литературного языка – это присутствие продолжительных форм в системе спряжения глагола. «Аселявым» –
Хуселявыс, Кялява, Гидалявынг, Ешилявынг, Узилявынг, Сверялынг, Сверелявын, что означает близость к выполнению этого действия. Мы продолжаем с Нерсесом вместе знакомиться с арцахской деревней. Асмас хейван сирумас, Нерсес, так я сета кркирчи. Ха-ха, шат хета кркира, шатум сирум. Хелей савер уртана гай махтам маграв одис, авели шатас сирилякан. Стых вахчернерин парахна. Тасса вахчаронинг, таханц катнанам паниркцю. Тарин хэнг церкель пюрти тагашорум габу. Папук-папук мачин конин кунюм. Хоц сэтэль амен таре минкярнам матаганум. Танымын ксёр пэвэ шортам, мон варум, бюрюм мортум, мэсэ пижэнюм тагацуц. Нахшун тат, дэханс анумыс зэ танан кинэн вуч. Пахэби ди кинис, мэрян лав донос киннякан. Эш чпарэн энэн гюни хэрэванэн лавнаан? Мэр хэрэванэрэ вэскэйэн. Сах тага үрюр сирюмэн, үрюр кёмэгэнюм. Ханцэн минтон, минтэг хацэнг тхум, минтэг тотэнг тапум. Хүр хинч бутугоны, эн миним пажинэг там. Вэр бюр тэйнюм кцэцэлэй. Я юргандоша кайнум копели, миджи инканум. Хавакфум мин ховур мин тэг горцы глёх бюрюм. Минак эйн севюн сируш нападар надинч. Вэр хав джаванц кэнюм үрянэн гюнё кровакцюм. Дээ мэхэлтэн ухчика. Хинч лава, лох үрюр нэхэдэг, лох мин кянкава капрум. Ха, хане мэр турнэн цох ерайнум. Ек кининг хамнахаштам тахунцэн хацтхум, хамэл тажа хацкодинг. А теперь перевод. Ты любишь животных, Нерсес? Или они тебе не интересны? Да-да, очень люблю, очень интересно. Утром я тебя угощу с такими сливками с медом, что еще больше полюбишь коров. Здесь овчарная, у нас 10 овец. Я постоянно делаю сыр из их молока. И в год по 5 комплекта шерстяной постели изготавливаю. Спим в натуральных материалах. Каждый год забиваем ягненка, как жертвоприношение. Едем в святой сёрп, ставим свечку, молимся, а мясо раздаем соседям. Бабушка Нашун, прям не хочется оставить ваш дом. И зачем оставлять? Мы рады тебе. Соседи за забором хорошие? Наши все соседи золотые. Все помогают, поддерживают друг друга. Живем, как в одном семье. Вместе пекут хлеб, собирают тут разные фрукты, раздают всем из своего добра. Когда нам надо шерсть обработать или постель приготовить, зовем женщин всей улицы. Быстро все делаем коллективными усилиями. Только та Севун Сируш немного злая, но никто ее всерьез не воспринимает. Как прекрасно жить дружно, одной жизнью. Да, вот дым поднимается. Видно, кто-то зажжет тонир. Пошли, покажу, как пекут хлеб и заодно угощу. А теперь учим слова. Анцкенель, анцнель – проходить. Горца клёх бирель, горца глух берель – справиться с делом. Тотэнг тапум, тутэнг тапталис – встряхнуть шелковицу. Хэнг дзерк, хинг дзерк – 5 комплектов. Кровакцюм, кривегацюм – ссориться по пустякам. Ханц, вонц, как? Хавджав, хаверь, курицы. Хацтхель, печь хлеб. Хириваннен, хариваннере, соседи. Гаймах, каты сырюцк, сливки. Маграв, мегров, с медом. Миньховур, миакантарт, в одно мгновение. Минтах, миасин, вместе. Миджианель, миаснакан ашхатанки ганчель, звать на совместный труд. Мехальтиниль, кареворуцюнтал, обращать внимание. Момварель, поставить свечку. Мортель, резать. Юргандошак, тегашор, постель. Надинч, анхангист, беспокойный. Шуртал, перевернуть. Урян, ир, его. Уртана, араводьян, утром. Урюр, ирар, друг друга. Чапар, цангабад, забор. Патар, кетор, кусок. Пиженель, бажанель, раздать. Пюрт, бурт, шерсть. Пюрти, бртья, шерстяной. Пириль, берел, принести. Сирилякана, сирелуэ, полюбит. Сёрп, сурпвайр, матур, святое место, часовня. Воскеен, золотые. Кцецели пюрт, мышакели бурт, обрабатываемая шерсть. Хёмягинель, окнутян хаснель, помогать. Оневуч, чуни, у него нет. Отис, утес, съешь.
Пусть наш арцахский теплый и колоритный язык останется живым в каждом арцахском очаге. Оставайтесь с миром. С 2020 года Азербайджан смог приступить к своему излюбленному делу – уничтожению, стиранию армянского культурного наследия в Арцахе по аналогу своей тактики в Нахичеване и других частях Азербайджана, а также вдохновляясь опытом Турции. Азербайджан, правда, не учел того факта, что над его действиями следят скрытые зрители из космоса – спутники. И благодаря им никакие манипуляции и обман не могут сокрыть факт этноцида на территории Арцаха. Благодаря организации «Кавказус Heritage Watch» и исследовательской программе археологов, созданной в 2020 году в связи с угрозой армянскому культурному наследию в Арцахе, уже собрано огромное количество снимков разрушенных армянских культурных ценностей. Уникальность их подхода в использовании спутникового наблюдения для фиксации актов уничтожения и повреждения памятников Арцаха. Спутники SkySat, WorldView 2, WorldView 3 и GeoEye 1 фиксируют каждое передвижение азербайджанских варваров и каждый разрушенный объект. Придет время фашистам из Баку ответить за все преступления против человечности.